Всем здорово, ребятки, меня зовут Павел, и мы продолжаем соло-выживание в Stranded: Alien Dawn на самом-самом хардкоре, который только можно в игре придумать. Но почему это прохождение выходит, вы можете, а не выходят остальные, например, вы можете прочитать, я на канале создал оповещение, вроде как должно сработать. В общем, для тех, кто не прочитал, я сейчас приболел, не могу физически и технически продолжать те прохождения. У меня есть тут компьютер, на котором я могу, вот Stranded у меня запустился, вроде нормально, прога для записи тоже работает, OBS-ку настроил, ну, монтаж вроде тянет. Надеюсь, все получится, ну и не думаю, что мы сильно много выживем, хотя хочется проверить, конечно, челлендж прикольный, в одиночку-то улететь с планеты, принимать и никого в команду не планирую. И что мы с тобой будем делать-то на раз сейчас? С момента первой серии-то мы с тобой пойдем и еды добудем как можно больше. Наверное, первый урожай, который ты соберешь, ты сразу и скушаешь. Ага, с дикцией проблемки, ребятки. С голосом, кстати, тоже. У меня тут в связи с болячками с моими... И, ну, вообще и произношение поменялось, и все, и нос заложен. Я постараюсь в Adobe Audition как-то все это дело подправить. Надеюсь, что не будет резать слух. Подожди, стой. Вот твой первый урожай, съедай его. Мне никогда не было так одиноко. Слушай, ну ты же говоришь, что ты там воссоединяешься с природой, все хорошо у тебя. Одинаково любишь все существа, мир и самого себя, поскольку все это одно и то же. Вот гиптогонии. С ними как с кактусами, можно и поговорить, да? Правда, выглядят они своеобразно, скажем так. Слишком долго, по-моему, было последнее нападение, проходило. Все-таки турели нужны как можно быстрее. Сейчас мы с тобой пойдем еще за сеном и за деревом, нам нужно спасаться как-то. Так, на 3 дня 70 единиц пищи у нас есть, давай этот собирай. Все, перетаскивай весь сироп. Этот нам не нужен. Отменяем приказы. И неси к дому как можно быстрее. Сейчас у нас 18 часов. Ты еще успеешь набрать вот здесь вот рядышком палки лежат. Ну-ка. Ага, нет, спать тебе не нужно. Иди ремонтируй склад. Как раз немножко прокачаешь свой навык строительства. Давайте посмотрим, насколько, кстати. Стройка 381 1 очко. 382 очка. Если он его снесет. Ноль очков мы получили. Ну, ничего страшного. Давай тут пару веток заберем себе. Срубай их прямо сейчас. По 10 веток каждая, и мы выделили сколько? Порядка 7, да, 8 кустов. Это 80 единиц где-то. А нам на костер, на укрытие нужно 40, плюс еще 10. Короче, нам половина этих кустов не нужна. Приказы отменим. Так, и костер мы где-нибудь здесь разместим. Стой, дружище, сруби еще лиственные кусты. 50, да? Сколько нам нужно на вот этот вот на укрытие? 20. Плюс на костер нам нужно... Ой, а на костер-то нам гораздо меньше нужно. Какую ты рубишь? Сейчас я не вижу из-за кустов. Левую или правую? По-моему, правую. Да, вот теперь переноси палки. Куда ты палки понес? На раз, ты меня пугаешь. Подожди, ну ближайший склад же для палок вот здесь находится. Нет? Палки и камень. Ну, все верно. А ты прям туда куда-то пошел, что ли? У меня там что-то осталось из складов? Ах ты. Вот галочку убираем тогда. Заправка запрещена. Все, теперь костер в теории должен
остаться там и не доставлять нам никаких проблем. Хорошо, что я не успел там поставить камин. Ой, я и поспать не успел сегодня, да, получается, уже 5 часов утра. Ну, что тебе сказать? Ляг хотя бы ненадолго, да? А сначала покушать. Ну, часов до 10. До 10 приляг. С 80% сытости ты справишься, поспишь. А, и нам сейчас с тобой нужно в дальний поход за сеном. Да, без камня мы обойдемся. Ну как обойдемся? Камень мы поблизости вот откуда-нибудь отсюда выдернуть сможем. Поэтому досыпай и иди. Сколько здесь? 9 единиц бритва травы. Соответственно, умножить на 20. 180 единиц сена здесь. Иди срубай. Но ты можешь переносить, по-моему, 140. Правильно? А 140 это 7 кустов. Давай, надеюсь, ты успеешь. Камушек мы возьмем отсюда где-нибудь. Нам на костер нужно чуть-чуть. И с условием того, что у нас появится сено, мы расширимся. Наверное, поставим еще каменный стол. Другого варианта у нас нет. Дерево тут поблизости не растет, к сожалению. А вот эти два кустика мы как раз оставим на исследование. Ой, они так мило спят здесь в двоечка. Ну, хвосты у вас, конечно, капец. А, ты даже 120 переносишь. Тогда не приходи за ними, не возвращайся. Это слишком много времени у тебя займет. Блин, а каракожник оказывается такой высокий, такой громоздкий. Так-т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 ак шурует. Какой ты важный, господи, а. А если... Ну-ка. Блин, а как первую скорость? Ну... Я бы не сказал, что это, конечно, ленделон. Но текстурки более-менее. Давай, давай, давай. Ускоряем тебя. Так, подожди. Доедать предыдущее блюдо? А, ты на ходу его доешь. Ой, я чё тебе... А, нет, оставил 2 часа на расслабон. Все, докушал. И перед сном, поскольку сейчас 8 вечера всего лишь, собери вот этот камушек. Ты доел? Ага. Мы тебя вручную вот сюда назначим, чтобы ты не остановился на половине. Отдых 25%. В принципе, ты даже успеваешь. И переноси. Молодец. 40 единиц камня. Ты большущий молодец. Так, теперь, перед тем, как лечь спать, смотри, что ты делаешь. Мы открываем меню укрытия из палок. И возводим здесь нечто вот такое. Да, и ты прямо сейчас начинай это делать. Угу. Минус 20 палок уже. Далее перемещай вот так вот это спальное место свое. Так, если стол у нас будет здесь, то костер мы нам лучше вот сюда воткнуть. 5 костра. Не-не-не-не-не-не-не, ты дострой, дострой костер, дружище. А, все, ты типа выбился из сил, не можешь, расслабление на нуле. Это плохо, это плохо. Ну давай тебе в качестве мебели. Пока что мы можем только каменный стол поставить. А, но мы не можем к нему поставить стул. Нам не хватает места для этого. Так, а как мы можем этого избежать? Судя по всему, никак, да? А, нет, почему? Мы можем выделить вот этот вот склад аккуратненько. Вот этот вот склад, говорю, выделить. Да ё-моё, проще вот так вот сделать. Новый склад сюда воткнуть. Доступа к нему тогда не будет. Так, на раз. У нас с тобой некоторые трудности возникают во взаимопонимании, что иди гуляй. А потом костер достроишь.
Он бездействует. Почему? Почему ты не можешь построить костер? Непонятно. А ну-ка, отменить. Отменить. Угу. Ладно, не будем с тобой углубляться в стройку пока что. Это может нам сыграть нами злую шутку. Давай. Ага. Побольше палок возьмем с тобой сейчас вот отсюда. Иди руби. А я пока подумаю, что нам с тобой делать-то. А палки нам нужны для возведения стен вот здесь вот. Любым доступным образом, вообще не важно. Просто их понатыкаем, потом посносим. Надеюсь, удастся прокачать стройку до 3 уровня. И уже продолжить строительство каменными фундаментами. Так, еще сколько палок? Еще 100 палок. Молодец. И вот этот вот камень весь добывай. Идешь спать в 12 дня? Ты что, я? Зачем тебе спать в 12 дня? Недостаточное разнообразие пищи у него. Мало развлечений, уставший, ел на ходу и не расслабленный. Мы сейчас добудем камня и одним этим действием сразу двух зайцев убьем с вами. Что, ты донесешь их? Камень не донес, что ли? Где-то бросил по пути? Блин, дружище, ну перетащи ты его до конца уже. Что ты его бросил? Я вот не проконтролировал тебя. И плохо получилось. Не удается достичь склад? Вот почему ты не мог построить костер. Потому что я-то у тебя толстолоб не предусмотрел, что ты не можешь дойти до туда элементарно. Строй грунтовый пол тогда. Ну и теперь тебе придется... Что тебе придется теперь? Так, судя по всему, если стена здесь есть, значит, если мы вот так вот три поставим, здесь тоже стена появится, да? 5 нам не на руку. Поэтому давай-ка вот так с тобой сделаем. Смотри, берешь мебель, делаешь каменный стол вот здесь. К нему табуреточку прислоняешь. В меню лагеря берешь костер, вот так вот каменный, ставишь его здесь, понял? Строй. Освещение теперь у тебя есть, топливо есть. Место для приема пищи у тебя тоже теперь есть, пускай не под крышей. Отлично. Так. Изнеможение. Минус 18. Всегда нужно делать то-то. А, извините. Всегда нужно делать то-то, то это. Я должен расслабиться. Я должен что-то сделать, чтобы отвлечься от жизненных невзгод. Это у нас еще минус 18. Плюс безумному голоду еще добавляется минус 18. И мало развлечений. Минус 9. Сон. Минус 6. Так, ну сейчас и поспишь у нас часов до 4, потом отдохнешь 3, вот так. Походишь, погуляешь. А у тебя расслабление добавляется? Вот, теперь ты можешь посидеть с шикарным видом на море. Там метеориты, луна. Так, гуляешь. Давай, гуляй. Мне так скучно, нечего делать. Да ладно, брось ты. Есть что делать всегда. Вон камня сколько. Много. Иди добывай. Агрессивные животные 10? Всего 10? Ну-ка, вы где? Блин, а, вы просто разнообразные. Тут три из вас раздутые. Так. Что мне с вами делать? Ну, я сейчас добуду камень. Отнесу его. Без подготовочка уже до 3. Замечательно.
Вот это мы отменяем. Давай, переноси сколько можешь. Ты, наверное, 10 штучек тут оставишь, да? 35. Блин, опасно, опасно. Ну ладно, надеюсь, успеем еще 35 единичек перенести. Хотя зачем нам столько? Неясно, да? Давай строиться, что ли, начнем. Хотя тоже смысла особо не имеет. 115 единиц у нас палок. А где еще 17? Ну-ка, подождите. Где я тут добывал? Если я вот здесь вот нажму «Использовать», добавится 119. Ой, 20, да? Соответственно, на старом месте жительства, жительство, где мы пережили первую атаку, вот здесь вот лежат 17 кусочков. Вот, теперь я вижу точное количество. Больше ничего тут не валяется случайно? Нет, вроде не валяется. Так, счастье 16%. Давай позаботимся о том, чтобы взять половину ресурсов хотя бы с этих фундаментов. Потом этот сноси. Блин, жалко, дерево не взяли. Сейчас бы хоть исследованием занялись, пока тараканы там что-то думают. Ну ладно, хоть отдохнешь. Носи вот этот вот. И вот этот вот на всякий случай тоже. Все, вроде как тараканы дальше не проходят. Вот и нападение произошло. Давай, строй. Хватить должно. Тут на каждый 9. Их 3, итого 27 единиц уйдет. Ну чё вы, членистоногие, давайте. Я бросаю вам вызов. Персонаж, который вообще не может драться. 1. А вас 10. Ну. Все-таки важно иметь мозги, да, тараканы? О, я вам не завидую. Нам, получается, не обязательно прям все сносить. Хотя там же еще богомолы есть. Невысокие заразы. Так, на раз. Смотри, у нас есть 64 единички. А чтобы ты смог спуститься и выйти на сушу в дальнейшем, нам нужно оставить как минимум... Блин, я не помню, чтобы он был такой длинный. Вот надо было замерить. Ну, короче, условно говоря, 21 единицу, да? Поэтому... Давай мы с тобой сейчас копируем этот фундамент и вот сюда воткнешь его. Так, у нас осталось 55. Можем ли мы себе позволить поставить здесь 55 минус 36? Нет, мы себе не можем этого позволить. Но можем позволить хотя бы вот так. Или... Ладно, ты пока покушай, а я пока подумаю. И включу максимальную скорость, чтобы меньше потом на монтаже ускорять. Я построю здесь еще один склад, но здесь будет лежать древесина. И у нас получится ветки, камни, древесина, сено. Вполне себе. Вот я еще... Боюсь вот как-то здесь ставить что-то. Слушай, Нарас, а может я могу переместить вот так вот? Нормально будет? Ты вообще сможешь ресурсы брать какие-нибудь? Да, сможешь. Ну, спи в спальном месте, чтобы здесь просто был свободный проход. И ножки в тепле. Снаружи 10 градусов, под крышу у нас 21 возле костра. Вполне себе. А что у нас с тобой? У тебя осталась легкая астма. То есть травма после удара молнии уже прошла. Слушай, так может тебе лучше прогревать не ножки, а грудь? Вот так как-то. Хотя ноги тоже главное, да? Это болезни от ног, от зубов, от чего, от всего угодно, да?
Все, они пошли, они сдаются. Они не могут нас достичь, они быстрее начинают уходить. Етить колотить, это что, мы справились с задачей? Так быстро? Не, ну все тогда, что? Копируем, раз. Так, давайте запомним, сколько нам нужно. Давайте 15 попробуем. Ой, ты прям кушать сел, прям сейчас? Я-то думал, мы тут сейчас упоримся, будем ждать миллион тысяч лет, пока эти тараканы уйдут от нас. А оказывается, не обязательно ждать так долго. Если они не могут нас достичь, они быстрее уходят. Давай, строй полы, что сказать. Так, хорошо. Теперь ты можешь... 15 нам хватает, теперь ты можешь выйти, сойти на сушу, так сказать. Угу. Слушай, дружище, тебе же нужна одежда. Причем в большом таком количестве. Еды у тебя нет. Иди собирай урожай. Утренняя разминка, сбор урожая. А я пока посмотрю, чем ты можешь заняться во время следующего нападения. Какие ресурсы нам с тобой стоит пособирать. Ну да, они уже далеко ушли. И куда-то они в гору смотрят, видимо, на край карты. Ну и до свидульки. Сколько ты уже насобирал-то? Как у тебя вообще с земледелием, друг мой? У тебя 645 из 1000. Нормально. Идешь. Хорошо. Так, ты здесь ничего не оставил, надеюсь? Да, 110 единиц сиропа. Вполне себе. Хорошо. Давай сходим с тобой за деревом, что ли? Вот это вот чайная фигня. Вот это что? Огромное пустынное дерево? Блин, хорошо. Я хочу такое выращивать. Мне надо много дерева. С другой стороны, это время займет. Мне бы хотя бы... Я ни рожь не изучил. Вон сено. Да? Это же сено? О, все, мужик. Мы сейчас будем прокачивать стройку с тобой. Бритва трава срезать. Где ты есть? Молодец. Иди руби, конечно. 16 часов. Вот она, оказывается-то. Она, говорю, оно, сено. Сколько я тебе тут назначил? Не надо ничего переносить сразу. Ты сначала руби, потом носи. Простая истина. Я устал вам всем жить, повторять. Так может я тут где-то не углядел... Подожди, давай еще. Сколько ты можешь? 40, 60, 20. А, 120 как раз ты можешь перенести, да? Ну, неси, ладно. В следующий день еще соберем. Ага, вот это что? Блин, это просто текстурки здесь такие. Парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Да блин, что за дела? Носи еще. И время 21 час. Ты хочешь покушать и лечь спать? Серьезно? Блин. Да не, мужик, давай еще за порцайкой сходим. Не, не успеешь. Да, давай. Приятного аппетита. Спокойной ночи. Давайте исследуем. Вылезла подсказка. Что это такое? Поднимите воздушный шар высоко и смотритесь в поисках точек интереса. Это, конечно, классно, но я себе этого позволить пока что не могу. Я могу себе позволить выбрать тут раз, два, три, четыре, пять... 6 кусочков бритва травы и срубить. Пока на раз это делает, я могу поискать только какую-нибудь здесь траву зерновую. Но ее, к сожалению, тут нету. Вот здесь вот еще сено валяется. Урокожник. Подожди, не надо переносить. Сначала рубишь, потом носишь. Вот, молодец. Так. Ткань. Нужна ли мне сейчас ткань? Нет, я пока без ткани могу обойтись. Зерно нужно в большом количестве. И высадить его сразу. И аналогично дерево. Вот это дерево сколько может давать? 5 древесины.
же надо капец какую большую грядку здесь высадить. Сколько у нас тут есть с тобой сена? 280. Нам надолго его хватит. Мы сейчас увеличимся здесь, с палочками построим. Поэтому давай-ка вот эти палки срубай. Вот это надо отменить, эту блямбу. Песчаная буря. Блин, у меня как раз нету ничего из-за стен. Во время песчаной бури, если вы не знаете, у нас тут выжившие чувствуют себя несчастными, скорость передвижения, эффективность работы снижается, если они находятся снаружи. А что ты бездействуешь? Давай, переноси. Нет доступного хранилища. Да здрасте, вот же оно. Ты к нему не можешь пройти, что ли? Да ладно тебе, да ты можешь к нему пройти. Что ты преувеличиваешь? Как-то нет доступного хранилища. Ну, положи палки сюда, я не знаю. А, здесь... Здесь почему-то... Я понял, я нечаянно распределил фильтры не так, и они сбросились. Давайте вот сюда камень, а сюда... Древесину. Вот, теперь есть у тебя, да? Хранилище для палок. Все, правильно. Молодец. Плюс 80 единичек еще. И мы уже сможем сделать здесь дом из говна и палок как раз. Давай вот так вот еще. Срубай лиственные кусты вот эти. До вечера. Эти тоже можно. Камень переносишь? Тут где-то камень валяется. Да ладно, еще 35 единиц. Нормально. Итого у нас будет... 124. А, ну да, тут подписано же сверху. Подожди, ну если ты хочешь спать, срубай еще один кустик, забирай 20 палок и ложись. Это я так и быть отменю на сегодняшний день. Забирай палки. Так, ты че, вышел погулять? Доброе утро. Однако, отдых слишком маленький. А почему такой маленький отдых у тебя? Приятная прогулка. Слушай, у тебя на нуле счастье. Я сейчас искренне рад, что ты в нервный срыв у нас не впадаешь. Слушай, нам нужно с тобой прокачать стройку. И для этого нам нужно дерево. Давай-ка ты срежешь парочку вот этих вот... Ух! А что так неожиданно и совсем неприятно? Хотя и приятно, тоже металлолом можно будет собрать. Блин, аж передернуло. Вот это что такое? А, это... Да, ты все равно не разделаешь его. Так, 15 единиц дерева ты перенесешь же за раз по-любому. Куда ты пошел? Ты не то рубишь, вот это надо рубить. Нам нужно... А, и нам еще на факела нужно, я забыл про это. Давай вот эти два еще срубим. А по пути домой заберешь вот эти вот, где они тут, 15. Хорош, все, теперь у нас есть 25 единиц дерева. Теперь мы можем и дверь поставить во время нападения этих членистоногих аглоедов. И можем даже... Факела расставить, наверное, да? Так, далее. Что мы делаем далее? 17 часов. Что нам нужно из ресурсов? Палки. Да, чем больше палок, тем лучше. Давай, руби. А, нет, тебе нужно отдыхать. Согласен, согласен. Давай, давай, ложись. И до утра давай. Сразу. Сколько сейчас? 18-19. А, он сам проспит. Если что, потом вручную положим обломки космических кораблей. Для этого высветилось даже оповещение. Довольно цельный такой обломочек-то. И текстурки у него такие приятные.
О, вот что ты можешь начать собирать. Ты можешь начать изучать кожу. А чё ты проснулся? Давай ложись спать. Надо было еще дерево захватить. Сейчас, наверное, еще раз сходим. Нам же нужно научный стол еще поставить и исследовать. И одно и то же. И верстак нам нужно поставить. Прокачивать интеллект, потом выходить на вылазки, изучать тут, что есть вообще рядышком. Но. Дерево мы можем взять только вот отсюда, судя по всему. Потому что это ближе всего. Мы их исследуем. Но я бы еще вот это вот исследовал. Его же можно высаживать. Огромное пустынное дерево. Вы представляете себе, какой это приток дерева? А зачем нам с другой стороны большой объем? Блин, и грибы еще тоже не изучены. Так, на раз, на раз. Можем ли мы с тобой где-нибудь в другом месте также исследовать деревья? Где-нибудь они тут поблизости не растут, к сожалению, но зато растут. Нет, здесь уже скорпионы. А, где-нибудь здесь повыше, дальше деревья есть? Нет. Ну, значит, придется обходиться тем, что есть. А что ты бездействуешь-то? Иди собирай, я не знаю, вот это вот срубай. Сухие деревня, деревня. Срезай их. И по пище. Соточка есть? Да, нормально, до следующего нападения, в принципе, живем. Даже, я бы сказал, справляемся. Где ты, куда ты пропал из виду из моего? Подожди, сначала рубишь, потом носишь. Ты задолбал на раз. Ай, ты голодный, а что ты не поел-то? Сначала рубишь. Блин, ну ты, конечно. Вот, теперь собирай все и переноси. Сколько штучек у тебя тут? 29. Нормально. Итого 54. И на дверь хватает, и на столы хватает. Но, в принципе, при следующем нападении уже можно просто начать строить и не париться. А я не знаю, когда оно будет, на какой день. Может быть, и на 23-й. Что нам тогда нужно подфармить? Да, наверное, камня. И веток. Ну, веток точно, потому что нужно будет ставить стены сейчас и сносить их. А у тебя обед, да? Приятного аппетита. Ветки точно нужны. Нужно будет прокачать сейчас стройку до 3-го уровня. Чтобы поставить хотя бы деревянный дом. Хотя зачем? Давай, рубай. Дом из камня построим. Небольшой вот такой вот квадратик. Потом уже из бетона, может быть. Ну вот, плюс 60. Нормально, вполне. 21 час. Может быть, ты еще где-нибудь тут валяется? 40 камня успеешь еще добить? На, давай, беги быстрее. Добывай. Так, и что, если будет нападение? Вот это вот блямбы, это, конечно, все прикольно, но нам бы как можно дальше забуриться сюда, вглубь, чтобы обезопасить себя. Турели у нас пока что нет. Если нападет кто-то с дальним боем, мы будем в зоне риска сильно, потому что здесь до нас достать вообще как два пальца. Поэтому нам, скорее всего, нужно продолжить стройку вот сюда, в сторону Луны. Может быть, мы даже еще ресурсов каких-нибудь подкопим для этого. Скорее всего, еды надо запастись едой. Так, ты проснулся уже? Кушаешь? Какой ты молодец. Давай скопируем с тобой вот эту вот всю историю и посмотрим, можем ли мы. А, ну мы вот так вот можем, да, сделать? 405? Серьезно? Так много? Так. Это меня не сильно устраивает. Мы сейчас с Нарасом можем только вот так вот сделать. Блин, сколько нужно? И я не прочитал, сколько мне нужно сена для этого. Ну-ка, отменить приказы. Копировать. Семьдесят пять. Нормально. А еще как? Сколько? Так,
только вот это пока не строй. Построй пока что вот этот вот. Так, теперь, сколько может быть в стоге сена здесь? Ну-ка, перенеси обратно. Поскольку нападения, короче, нет, давайте еще за сеном сходим. Да, вот сюда. Раз, два, три. Четыре, пять, шесть. Срезать. Иди, режь. По-любому сейчас выползет нападение монстров. И мы сразу уже, занося сено домой, начнем стройку. И у меня план барабан такой. Объясню, почему я вот так вот все это делаю. Хочу обезопасить себя от хищников, у которых есть дальний бой. Для этого я сейчас построю вот такую вот фигню. Насколько сена хватит. Здесь вот комнатку небольшую сделаю. Будем обносить ее стенами пока что соломенными. Ой, возможно, нам и на окошко хватит. И будем качать, что, в этой комнатке жить потихонечку. Так, но для этого 390 у нас есть. Ага. Где бы тут расположить склады? Интересные дела. Давай еще камня, слушай, дружище. Много камня, немало камня. Иди добывай. А, нет, отставить. Ты его можешь не успеть перенести. Давай начнем стройку. Ничего страшного, что нападение монстров еще не началось. Потихонечку строй. В спокойном режиме. Просто если кто-то с дальним боем нападет, у нас же еще и фундаменты, они смогут атаковать. Соответственно, мы этих ресурсов лишимся. Поэтому лучше себя обезопасить от этого происшествия. Так, а далее как мы с вами сделаем? Мы сделаем здесь вот вход, и нам нужно раз, два, три, четыре. Ну, хотя бы 4 на 4 комнатку, да? Это мы себе сможем позволить. Ты что, опять проголодался? Блин, ну ты надоел, реально. Давай, строй грунтовый пол. У тебя счастье на нуле. Ты, конечно, можешь, не можешь уйти на нервный срыв. Но я постараюсь сейчас поднять тебе уровень счастья твой. Главное оставить еще 15. Ага, агрессивные животные. 13 всего-то. Тю, отстаньте от меня вообще. Слушай, на раз, давай вот это сноси. Они там нападают, соображают. Мы с тобой подстрахуемся немножко. И будешь полноценно стройкой заниматься. Ну и спать пошел. Ну и спокойной ночи, что ли. А мог бы достроить и спать уже под крышей. А тем временем, ребятки, стройка почти на втором уровне. Ты как, вообще выспался там, нет? 59%. Маловато, маловато. Слушай, на раз, садись, поешь и давай уже занимайся стройкой, реально. Ты иногда так блуждаешь, интересно. Отлично, вот и стройка второго уровня подъехала. В принципе, в скором времени все это можно будет сносить и ставить здесь уже каменный фундамент. Так, а можем ли мы себе позволить чуть-чуть вот так вот расшириться? У нас 124 единицы сена. А нам еще на крышу надо. Ой, нет, а мы себе такого не можем позволить. Ну что сказать, ну что сказать. Будет хотя бы спальня. Че? Давай здание, стена из палок. Раз... 2, 3, 4. И здесь вот ставь дверной проем. А лучше дверь. А крышу мы тебе сейчас... Ой, а можно же и каменную сделать крышу. Вот так раз. Крыша всего 48. Так, тройка
664 уже из 2000. Нормально идем. Ой, животные убегать начали. Да, до свидульки. Отлично, выживаем. Два осталось. Все, их никого не осталось на раз. Можешь не кипишевать. Че ты пошел делать? Строить дверь? Ну давай. Займемся обустройством твоего быта. Крышу всю доделал? Да. Крыша теперь есть. И ты решил перекусить? Да блин, 19 же часов. Че ты делаешь? Зачем ты ешь в 19 часов? Типа за 2 часа до сна? Кого она там? Какую констракшн она waiting? Стоп, это что? Ай, окей. Отменить. Все, теперь можно делать. Ну-ка. Стена из палок. Иди делай. Вот так. Теперь я доволен. Нам нужно с тобой еще только сделать окошко. Пускай это будет деревянное окно возле кровати, которую ты пока не можешь себе позволить. Ну, что поделать? Ой, подожди, так ты же будешь спать в большой спальне теперь. Ну ладно, вот так пока. Так, строит большое окно. Кровать мы построить не можем, к сожалению. Зато мы можем построить ему прекрасный камин. Камин возле окна. Да, хорошая идея, нет? А пускай вот так вот будет. Жара начинается? Серьезно? Температура снаружи на 8 градусов выше, чем обычно во время этого бедствия. Посевы могут расти медленнее и начинают терять здоровье. Если температура становится невыносимой. А зачем ты лег спать-то? Ты же мог лечь спать уже в спальне. Вот, строй спальное место. Все, снаружи довольно тепло. Так спи здесь что-то. Это мы вообще под снос определим. Отдельная спальня. Класс. Причем она не маленькая, а уже средних размеров. Попутно, сколько там тебе осталось до стройки 3? Ой, да недолго совсем. Совсем недолго. Соответственно, что ты можешь начать строить-то? Давай попросим тебя вот так вот стены возвести. Потом ты их снесешь, получишь бонус. Ой, а я и забыл. Подожди, не надо ничего сносить. Нападение же кончилось, надо же за сеном снова сходить. Сейчас я тебе выделю, подожди. Тут неровная местность. А, срезать. Теперь копировать. Все, иди за сеном теперь, иди. Сено тебе понадобится для того, чтобы потом в будущем эти штуки возводить. Хотя можно будет и из камня. Куда ты пошел? Зачем ты пошел строить? Иди, говорю, блин, срубай траву. Не удается достичь? А, еще нужен один фундамент? Серьезно? Ну вот, отлично. Плюс еще 120 сена. Обалденно же. Как раз вечер, он придет, ляжет спать в своей новой спальне. И прокачает скоро стройку. Напольное покрытие здесь пока делать не буду. Иначе потом придется его сносить, сейчас ресурсы тратить. Не хочу. Стой, зачем? Вот эту стену не надо. Ладно, все равно сносить будешь.
Подожди, давай уж заканчивай тогда. Стены готовы, поэтому мы их выделяем. Вот таким вот образом и сносим. Все. И у нас стройка повышается от этого, нет? Нет, от этого не повышается, только от возведения стен повышается. Так, ну ты чё, прям сейчас хочешь поесть и спать? Ну ладно, ложись. На раз у нас перекусил, пошел отдыхать. Давайте разметим ему еще немного стен. Штучек 5. А, нужно ему только дать еще отдохнуть. Приятная прогулка, бонус получает, гляди. Еды уже не хватает. Надо за едой снова сходить. Ну, чтоб ходить за едой, отлично, все. Можешь даже дальше не строить. Это все сноси. Теперь у нас есть знания. Теперь у нас есть навык стройки 3. А это значит, в свою очередь, что теперь мы можем возводить каменные постройки. Каменные постройки нам нужны для того... Что ты пошел делать? Управлять камином? Так жара ж была. А, уже кончилось. Каменные постройки нам нужны для того, чтобы внутри помещений мы могли как-то поддерживать, регулировать температуру, нужную нам, чтобы ночью было тепло. А то у нас гипотермия была в первый день. Сейчас уже 26-й, кстати. Я думал, мы и не продержимся дольше 30, а уже вроде как 26-й, полет нормальный. И земледелие у тебя, кстати, что там? Ой, ну почти единичка, ну нужна-то тройка. Еды на 3 дня, прошу прощения. Ты уже понес 70? Ну ладно, неси, что-то отвлекся. Так, что теперь тебе делать? Теперь... Берешь вот весь этот камень. А что такое? Ага. И добываешь. Все просто. Качаешь свою физическую подготовку. Потом мы вот это все снесем. К чертовой матери. Потому что это все... О, реально физподготовку улучшил. Давай, добывай камень сначала, потом носи. Надоел ты уже. Вот, мы это все соломенное дело снесем, хотя выглядит вполне себе. Неплохое бунгало, да? Для начала, даже с окошком. Но оно плохо держит температуру, увы, нас это не устраивает. Сколько ты можешь перенести? 80? 70. Да ну и нормально, что? 70 единиц. Да был бы ты еще. Слушай, что ты такой ненасытный? 17 часов ты всегда хочешь есть. Ну ладно, хорошо. Я это учту. Ой, у тебя и счастье начало подниматься. Ну, давай, добывай камень. Это чего? Для чего делаю-то? Сейчас мы камень добудем. Положим его себе аккуратненько на склад. И уже, я не знаю, когда там будет эта новая волна монстров. Мы возьмем... Ее переживем вот там вот в своей каменной построечке. И пойдем уже грибочки изучим. А, на раз. Я же забыл про то, что тебе нужна кровать нормальная. Про хлопок-то я совсем забыл. Тебе ж ткань нужна. Ё-моё. Или хотя бы каракожник. Чё ты спать пошел сейчас? А, да, время 12. Отдельная спальня, плюс 9 у него тут. Неплохо. И внутри 19, а снаружи минус 1. Вроде и солома держит неплохо температуру, если честно. Снаружи минус 3, да, внутри... Плюс 13 получается. Ну да, чем дальше от камина, тем ниже температура. Блин, а прикольное такое бунгало. Прям Гавайи. Так. Все. Иди, собирай камень. Ты отдохнул, поел. Все нормально.
Чем больше камня, тем лучше. Я хочу сделать тебе еще коридор тут. Ну, насколько это возможно вообще. Ой, дождь начался неприятно. Сейчас ты еще насквозь промокнешь, и у тебя будет дебаф. 340 единиц камня. Ой, а что-то этот не забрал. Куда пошел? Управлять костром? Да ладно, что ты, забей, иди за камнем. В этот дождь. А у нас дерево-то есть? Да, есть 44 штучки. Так, приноси это поближе к дому. Ага, еще 30. А вот так вот прямо... Ну ладно, доходи уже. Я хотел его здесь оставить, этот камень, и вот этот вот добыть. Теперь у нас 414 единиц камня. Нужно отключить крыши. И что мы с вами начнем делать? А, подождите, хронометраж. Мы уже немножечко, совсем чуть-чуть не укладываемся. Но за эту серию, да тоже продуктивно, что, 15 дней прожили. Уже почти 30 в общей сумме. Я и не думал, что на раз столько продержится, если честно, но это и хорошо. Возможно, мы даже в электричество скоро выйдем на следующие 2 недели игровых. А, нет, не получится. А может и получится. Посмотрим. Ладно. Продуктивная, хорошая серия. Всем большое спасибо за просмотр. В следующей серии мы будем... В следующей серии будем улучшать вот это вот бунгало свое. Сделаем его каменным. Возможно, еще и успеем грибочки исследовать. Ну, посмотрим. Еще раз большое всем спасибо за просмотр. До встречи в новых сериях. Всем вкусного чая и добра.